Саша, а ты откуда, расскажи? Я сам родом из города Кемерово. Сибирь. Вот, да, да, да. Сибиряк. А в Москве уже, вот получается, с 2015 года. Ты вот такой молодой, почему народная песня? Ну, мне на самом деле никто народную культуру не прививал. Я хотел поступать на эстрадное пение в колледж культуры. Все спел, а потом мне сказали, что мы вас не берем, потому что у вас дефект речи, вы заикаетесь. Вот так вот. А заикаюсь я, получается, вот с раннего возраста. Я был маленьким, и меня очень сильно напугала собака. Нужна терапия обратная. Да. Как раз пить надо, как раз пение. А вот как раз таки, да. Я приходил в магазин и не мог, то есть даже выговорить, дайте там мне булку хлеба. Но потом мне кто-то, так сказать, посоветовал, что нужно распевать. Это продавщица, то есть вот я к ней приходил, дайте мне, пожалуйста. Серьезно? Да, это такое было. Он был прекрасным академическим. Да, а вот получается, я после того, как мне сказали, вот мы тебя не берем, и моя знакомая, ты, собственно, куда? Вот я говорю, да, уже не знаю куда. И она берет меня за руку и тащит на народное отделение. Господь управил. И все стало получаться у меня, и все так быстро. Да, такой голос чистый, такой голос красивый. Возьми гармошку, спой нам что-нибудь, как у тебя получается, покажи.